Привет, друг. Давай играть. Давай поиграем со звуками. Смотри, сколько домиков. И в каждом из этих домиков живет звук. Давай мы его будем называть. А. Б. В. Г. Д. И. З. Ж. Ё. Е. Молодец, ты отлично справляешься. А у тебя получится называть звук быстрее, чем я. Е. К. Л. Н. М. О. П. Р. У. Ф. Х. Ц. Ш. Ч. С. Т. Я. Молодец. Здорово. И было так много домиков, что звуком показалось это очень неудобно. И они решили разместиться всего лишь в трех домиках. Первый домик был красного цвета. А ну-ка скажи мне, какие звуки живут в домике красного цвета? Как мы их называем? Гласные звуки. Гласные всегда красные. И они здорово умеют петь. Давай мы вспомним, какие звуки мы называем гласными. А, О, Е, И, Я, Ё, Ю, И, Э, У. Посчитай, пожалуйста, сколько гласных звуков. 10. Правильно, молодец. А где же жить другим звуком и как мы их будем называть? Они тоже согласны петь, но, к сожалению, не могут. И такие звуки мы называем согласные. Правильно. И живут они в домиках синего цвета и в домиках зеленого цвета. Напомни мне, какие согласные звуки живут в домике синего цвета? Да, твердые согласные звуки. А какие звуки живут в домике зеленого цвета? Правильно, мягкие согласные звуки. И к нам решили обратиться друзья, чтобы мы помогли разобраться. Первый звук в их слове – твердый согласный или мягкий согласный? Давай посмотрим, кто к нам спешит. Кто это? Лисичка. В слове лисичка. Первый звук какой? Л. Правильно. А он значит твердо или мягко? Лисичка. Правильно, мягко. Отправляется в зеленый домик. Давай посмотрим, кто еще к нам спешит. Рыба. В слове рыба. Какой первый звук? Р. Правильно. Это твердый согласный звук. Или мягкий согласный звук? Твердый согласный звук отправляется в домик, да, синего цвета. Ой, кто это? Слон. В слове слон. Какой самый первый звук ты слышишь? С. Это твердый согласный или мягкий согласный в слове слон? Твердый согласный звук отправляется в домик синего цвета. Давай посмотрим, кто же еще к нам спешит. Кто это? Мишка. В слове мишка какой первый звук ты слышишь? Правильно, м. А как он звучит? Как твердый согласный звук или как мягкий согласный звук? Мишка. Правильно, мягкий согласный звук отправляется в домик зеленого цвета. Ой, еще кто-то к нам спешит. Кто это? Зайка. Зайка. В слове зайка. Какой первый звук? З. Это твердый согласный или мягкий согласный звук? Зайка. Твердый согласный звук отправляется в синий домик.
Зайке очень понравилось, что вы ему так здорово помогли. И Зайка очень хочет, чтобы мы с вами поиграли с самым любимым его звуком. Как ты догадался, это З. Конечно. Давай будем дружить. Согласный звук З с гласными звуками. За. З превратился в твердый согласный звук или в мягкий согласный звук, когда подружился с А. Твердый согласный звук. Следующий. Зи. Говори, как звучит, твердо или мягко? Мягко. Зо. Зу. Зе. Зю. З. Внимательно, как звучит. Твердо. Зя. З. И последний слог, будь внимательный. Зё. З превратился в мягкий согласный звук после того, как подружился с гласным звуком Ё. Ты молодец. Зайке очень понравилось с нами играть. Но только вот он приготовил для нас еще одно задание. Смотри, у нас появился на экране целый слог. Давай мы будем читать. Хорошо ротик открывать. Ма. Посмотри внимательно. Первый звук У. Ус. Ам. Ня. Ёж. Де. Юг. Молодец. Смотри, зайка. А теперь давай попробуем написать слово «заяц». Какой будет первый звук? «Заяц». «З». Так, дальше. «За». Правильно, «а». Давай проверим, что у нас уже получилось. «За». «Я». «За». «Я». «Ц». Молодец, отлично справился с заданием. И у тебя так здорово получается играть с гласными звуками, с согласными твердыми звуками, с согласными мягкими звуками, что Зайка очень хочет, чтобы мы с вами разобрали его слово. З – это согласный звук или гласный звук? Согласный. В слове «заяц» звучит как твердый согласный звук или как мягкий согласный звук? Твердый согласный звук. Какой цвет мы разукрасим «з»? В синий. Дальше. «А». Согласный звук или гласный? Гласный. В какой цвет? В красный. Дальше. «Я». Согласный звук или гласный? Конечно, гласный. Гласный всегда красный. И последнее «ц». Заяц. Как звучит? Твердо, конечно, в синий цвет превратим. Здорово, ты молодец. И смотри, Зайка решил нам рассказать, кого он встретил в лесу. Давай мы догадаемся по первым звукам картинок, которые будут появляться. Лягушка. Лягушка. Какой первый звук? Л. Смотрим дальше. Индюк. Первый звук. Индюк. И. Дальше. Сова. Сова. Первый звук. С. Арбуз. Арбуз. А. Молодец. Давай прочитаем, что у нас получилось. Ли.
Са. Кого встретил зайка? Лису. Расскажи лисичке про каждый звук в ее слове. Ты молодец!